Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. И сегодня у нас такая серьезненькая посылочка. Добиралась до меня она 5 дней. Заказывал ее на Алиэкспрессе, но поставщик отправил ее из России. Здесь у меня очень интересная штуковина. Я давно о такой мечтал. Эта вещь будет делать мои видео более стабильными. Руки менее дрожащими. Это вот такой трехосевой стабилизатор. Круть. Серый. Серого цвета. Были черные и серые в наличии у продавца. Ну, черный как-то более банально. Решил, пускай будет серенький. Ждал специально распродажу на Алиэкспрессе. 8 лет Алиэкспрессу. Вот. Ценник реально опустился. Опустился очень солидно. И плюс еще нашел продавца, который отправляет все это дело из России, чтобы долго не ждать. Кстати, вот такая вот эмблемка, то, что он серого цвета. Заказывал, получается, у нас какого числа-то? 28-го распродажа стартовала. Вот. И сегодня, 3 числа, я получил 5 дней. 6 получается. Ну, плюс пока я еще дошел, пока они там еще отправляли. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Что мне понравилось у него? То, что он идет вот в таком вот кейсе. Такой вот мини-кейс для гитары или кобура для пистолета. Прикольненько. Силиконовый проводочек. Такой вот плоский микро-USB для зарядки. И ремень, чтобы таскать его с собой. Все, в коробочке больше ничего нет. Коробочка красивая, я ее не выбрасываю. Хотя она мне вряд ли еще пригодится. Ну что, открываем. Фирма, не знаю, как это читается, Жиюн, не знаю, потом еще погуглим. Ух ты ж, красота какая. Класс, да? Ух ты ж, опа-на, вообще круть. По отзывам, этот стабилизатор прямой соперник DJI. У них тоже есть такой мобильный стабилизатор. Вот, тоже трехосевой. Такие вот, чтобы телефон зажимать.
И вот здесь еще есть такая крутилочка, чтобы менять расположение телефона. Либо вертикально, чтобы он вас снимал, либо горизонтально. Я, в принципе, собираюсь снимать все горизонтально. Вот. Не дожидаясь прихода стабилизатора, я уже заказал себе кучу под него всяких насадок. Ножку для него, чтобы он стоял. Вот, заказал. Потом переходник под экшн-камеру заказал. Потому что у него можно и прям так ее сюда поставить. Но тогда он будет чаще подстраиваться, потому что маленький вес и будет много уходить электроэнергии. Ух ты, заряженный. Вот такое гнездо зарядки. Нет, наоборот. Вот здесь гнездо зарядки, а вот здесь можно его использовать еще как пауэрбанк. Вот, если вдруг там телефон сел, можно будет подзарядиться. Если, конечно, уже стабилизатор будет не нужен. Вот. Здесь еще у нас дополнительно еще одно колесо, которым мы будем с вами регулировать. Так, это у нас как получается это все дело? Вот так вот он на нас будет смотреть. Регулировать здесь будем именно, чтобы поймать центр с телефоном. Давайте попробуем сразу. Чтобы движочки менее ну вот так вот ровно затягиваем. А, не, нифига не ровно. Хотя, в принципе, вроде ровно. Наверное, да, ровно. Вот так вот, но он потом встанет и будет вот так вот. Либо мы туда снимаем от себя, либо на фронталку себя идем, будем идти снимать. Да, штука крутая, ни разу не пользовался, как обезьяна с гранатой. Ну что? Вот такая вот интересная штука пришла. Сейчас я с ним немножко поразбираюсь. И в ближайшие дни сделаем видео в сравнении, как снималось без стабилизатора и как снимается со стабилизатором. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Следите за новостями. Мини-распаковки сезон 2018. До новых встреч, ребят.